В мирном раннем утром на пульт дежурной части полиции поступила информация. Неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из домов по улице Советской. На место немедленно выехали экстренные службы. Территорию обыскали, однако никакой бомбы не нашли. В отличие от того, кто решил так пошутить. Сотрудниками уголовного розыска совместно с республиканским ФСБ установлена личность анонима. Им является 53-летний уроженец города Иркутска. На момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка, по завершению которой будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.